У меня эфир за Е. Я такая пися королева, а эфир за Е. Ребят, эфир за Е. А я в эфире. Я пися королева, я в эфире. Почему? Почему так? А почему? Ну а почему так? Мы снова здесь. Маш, наливай виски. Алекс, давай бухать быстро, сука, поддержи свою дочь. Скотина такая. Здрасте. Кисловодск, привет. Вообще, видели, что у нас 800 тысяч? Это как такое может быть? Я обоссаться можно от счастья. Нет, я пью яблочный и виски. Тоже хочу виски. А нахуй хотеть? Я вот бухаю, сижу. Хочешь сама остаться жить? Нет, пожалуйста, не дай бог, дорогие дети мои. Смотрите, у меня вот этому бокалу 20 лет. Это мой любимый бокал. Что лучше, рам или МГК? Конечно, МГК. Вы что, это лучше в уст страны, ёпты. А какие у вас интересы, хобби? Полина, никаких. Вообще, поверь, я абсолютно неразвитая личность. Вот в этом проблема. Я могу только губы уточкой делать и рисовать себе бровки домиком. Я отписался. А как ты у меня в эфире, если ты отписался? Хочу есть, думаю, что поесть. Все жри, что есть. Потом начнем худеть с марафоном своим. Маш, а вы дочи всех называете? Конечно, всех. Все мои дети. Все вы дети Божьи и мои дети. Почему Инстаграм постоянно удаляет тебя из подписок? Это происки, это проверка на чувства. Если вы меня искренне любите, вы заново подпишетесь. Это мой дом. Маш, ару, ты лучше. Конечно. Конечно, я лучше. Вы что, до сих пор это не поняли, дети? Таких, как я, нет и не надо. Будем праздновать миллион. Когда будет миллион, я сопьюсь. Я буду бухать месяц, я отвечаю. Я буду вставать и с утра выпивать бутылку. Скажите своим близким, чтобы они на меня подписались, и мы начнем с вами бухать с утра до ночи. Эфир тупит. Ну ладно, эфир. Когда раздашь деньги, когда будет миллион. А, давайте так. Когда у меня будет миллион, я раздам миллион рублей. Ёб твою мать, что я сказала? Нет, не миллион раздашь. А сколько? Но. Ладно, когда у меня будет миллион, я раздам 100 тысяч по 10 тысяч. Так жалко, а что делать? Маша, там какая-то розыгрыши только будут. Маш, где Вова? Под кроватью. Анталия будет со мной бухать. У меня машина такси. Эконом-класса. Какой помадой пользуешься? Мне подарили Christian Dior увеличивающую. А если честно, ее можно за это Essence заменить помадой такой же. Расскажи о скорпионах. Ничего я не расскажу. Ёбари террористы всех трахают и ебут мозги. А потом все уходит. Маша. Ты и без лимона самый лучший. Нет. Галь, мне нужен миллион. Ты что, гонишь? Я звезда. У меня пися королева. Мне нужен миллион. Какой член сосешь? Какой? Какой придется, такой буду сосать. По любви. Скажи, что мама ушла, ты не Че? Слушайте, какие вопросы ко мне? Вы задавайте вопросы Насте. Я с ней общаюсь, она меня ни разу не развела. Она мне делает шикарные расклады. Не нужно здесь вносить раздор в мою инста-семью. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, покиньте мой эфир. Гваделупа, привет. Лёра, привет. Звездочка, конечно, я звезда. Чё, непонятно, что ли? Привет, всем привет. Я всех очень люблю. Но это не точно. Ты когда-нибудь целкой была? Ну, вообще предполагалось такой вариант. Маш, ты супер, конечно.
Маш, ты очень красивая, мама тоже у тебя просто супер. Но мама красивее, чем я, в миллион раз. Я по сравнению с мамой вообще отдыхаю. Карим, привет. Сухум, привет. Всем привет. Чего все смеются? Я такие серьезные вещи говорю. Шарапов, он тебя любит, всегда с тобой. Конечно, он меня любит. У него таких, как я, не было, не будет. Харизматичная. Но это факт. Минск, привет. Маша, скажи честно, кто-нибудь не качал губы, потом сильно чувствуете, что не то? Нет, дочь, вообще не ссы. Губы как будто твои, просто наконец-то ты их начинаешь чувствовать. А то у тебя обычно ниточки, а так понимаешь, что губы-то губы, как валик. Очень удобно. Понимаешь, свое это сердце, душа, глаза. Они со мной, они вышли ко мне в эфир, у меня бенефис сегодня. С Украины привет, спасибо. Я плакала сегодня весь день. Знаете почему? Потому что, не буду говорить почему, я не могу сказать, подарки будут. Как папа хочет вернуться? Папа мне по секрету сказал, что вернется, но сейчас думает, как с той женщиной разрулить ситуацию, чтобы она его отпустила безболезненно, чтобы не убила ночью. Профиль Джоли шикарный. Я вообще на Анджелину Джоли похожа. Я сама себе восхищаюсь. Я думаю, кому ж такая красота достанется? А потом думаю, никто не достойный, одна живу с мамочкой. Все шикарно, все четко. Вовина семья приняла тебя? Дочь, я даже не знаю, что сделать, чтобы меня кто-то принял. Маш, ты лучше, спасибо. А лучше, потому что единственная, вы же знаете. Ты очень чувствительная. Я слишком чувствительная. Чувствительность на грани ебанутства. Я даже не знаю, что со мной делать себе, с собой, с самой. Вообще, я астролог еще тот. Плакала. Инесса, да, супер. Плакала, потому что у меня полный раздрай из-за того, что мама меня в последнее время немножко опускает. А если честно говорить, то вообще не принимает меня. Она говорит, что ты не выполнила то, что обещала в 30 лет. Сняться в голливудском фильме, стать ведущей «Жди меня», получить 10 миллионов подписчиков и 5 миллионов долларов. То есть у мамы юбилей, надо за месяц это успеть сделать. Вы понимаете? И мама не может это принять. То есть она видит, что я из-за того, что этого нет, иду из карты, снимаю по 20 тысяч в день и бухаю просто в ресторанах по Самаре. То есть таких ресторанов уже нет, а я трачу бабло. Короче, вот так вот. А еще у нас в доме открыли горилку, это тоже, конечно, печально. Потому что я прихожу, меня там уже принимают как свою, знаете, как постоянного клиента. То есть не в ЦУМе, а в горилке. Я уже захожу, они говорят: о, Мария, здравствуйте. То есть, понимаете, кто-то покупает себе сапоги в ЦУМе, а я в горилке покупаю себе шампанское за 100 рублей. Вы знаете, 800 тысяч подписчиков отметила на берегу реки в Самаре, да, Волги, бутылка за 90 рублей. Как бы я не о таком мечтала. Я думала, что я буду жить на Рублевке и устрою салют на миллион. Ну, как бы, вот видите, немножко неправильно сформировала, сука, желание. Но за это меня и любят, понимаете? Ты с алкоголем завязала? Конечно, Вик, ты не чувствуешь? Вот я вторую бутылку виски допила на сегодня, и достаточно. Почему я без маникюра? Потому что я не теряю надежды выступить в Большом зале консерватории с сольным концертом. То есть похуй, что я не играю. Главное, что ногтей нет, и я всегда могу начать. Как тебе мужик Мэри? Как? Мне, честно, мне главное, чтобы он Мэри был хорошо. А мне вообще он никак. Мне похуй. Как тебе, мужик Мэри? Он мне что, Бентли подарил? Вот вы спрашиваете. Он что, «Черный квадрат» Малевича или картина Пикассо? Или балерина Гогена или Мане? Импрессиониста. Картина. Маша, точками. Маша,
А мама все боится, что обо мне подумают хуже, чем я есть. Вторую бутылку. Если бы у меня была вторая бутылка, мам, я бы здесь в унитаз клевала. Но до этого недалеко. Маша, ты охуенная. Так это понятно. Надо, чтобы эту охуизну еще заметил какой-то мужчина роскошный и спонсировал мою игру на скрипке. Чтобы я ездила по городам и селам. Играла в хосписах, в детских домах. А, чё? Какой? Были такие моменты во время учебы, что хотелось все бросить и послать им много куда. Я каждый день хотела все послать во время учебы, но я должна была закончить это говно ради родителей. Эту консерваторию, где надо мной измывались в течение 5 лет. Вот этот Владимир Михайлович, декан консерватории, он же меня просто извел. Нет, он мужик хороший. Но он меня морально как-то... Жена его меня извела. Вот она... У него жена, вот его моложе на 30 лет... И она меня постоянно просто сосвету сживала. Вот знаете, она такая, как вот такая вот серая мышь. И я приходила всегда яркая, и она меня, сука, гнобила. Сволочь. Прости меня, Господи. Он меня трахнуть хотел всю жизнь. Но не получилось. А она, ну зря вот она делала. Я на доме 2 пробыла год. Дорогие друзья, хотела спросить, вообще сторис мои смотрите? У меня там розыгрыш идет на 1000 рублей. Сволочи какие-то все. Стендап отдыхает. Конечно. Уебанка, ты съебешься с эфира хоть когда... Ты съебешься с эфира хоть когда-нибудь? Ты максимально неинтересный человек в Инстаграме. Я не знаю, дочь ты или сын, но... Честно, мне тебя жаль, потому что вот ясно, что ты никогда ничего в жизни не сделаешь, то, что ты хочешь на самом деле. Потому что если бы мне кто-то не нравился, первый человек, от которого бы я ушла, это был бы тот человек, который мне не нравится. А если ты сидишь в моем эфире и меня оскорбляешь и продолжаешь сидеть, это значит, что ты абсолютно бесхребетное, бесталанное и неудачное существо. Я тебе желаю обрести искреннее счастье для того, чтобы у тебя была гармония с внутренним и внешним миром, и тогда все в твоей жизни будет хорошо. Дай Бог тебе всего самого наилучшего. Твои истории самые интересные. Забей хуй. Да вы знаете, мне кажется, он у меня уже отрос, этот хуй. Потому что я уже баба-мужик. Марина, нахуй твой розыгрыш. Будь здорова. Спасибо, но я не Марина, а Маша. Если так. Ну, вообще, ладно. Пусть я для вас буду хоть баба и клава, лишь бы вы были счастливы. Вот. Ваше здоровье, дети. Я не знаю, кто такая Балтер. Сколько вам лет? Ну, уже все, под 40 практически. Через 11 лет 40. Но мама уже спит. Она подслушивает мои эфиры. Я ей бесплатно разрешаю. О, Познер, моя любовь. Ты классно играешь. Не зря 5 лет училась. Я, дочь, училась не 5, а 17. А? Да. Судак, привет. Сходку планирую. Спасибо, мам, там что-то тебе там говорят. Валера. Нет, я пью с соком. Чистоганом. Обожаю тебя, я угораю. Так, дети, нужно купить мой марафон и мои нитки. Еще пожелать мне счастья и отметить мои сторис. Также поставить лайк на пост. И сердечко, все. Объем ресниц максимальный. Севастополь, привет. Ой, я обожаю Познера, просто нереально. А с Ургантом летал на частном самолете на концерт. Давай. Когда замуж? В апреле у меня свадьба. Маша, скажи смешные случаи. У меня нет смешных. У меня всегда только... Что? Чё? Ну, у меня смешных нет. У меня реально... Они все очень глубоко трагичны. Просто я из этого сделала комедию, чтобы не сдохнуть от собственной жизни. У меня, например,
Хочется выйти сейчас, ну, за Оскаром, а я хожу в горилку. За бутылкой, ну, блядь. Кто здесь? Посторонние, ёбаный карась. Надо их выгнать из дома. Я тоже, давай, пью за Новый год. Уже все, уже старый Новый год. Замуж за кого? Хороший человек. Да был бы хороший, я бы, знаете, уже давно вышла. А я все не могу решиться. Уже полтора года думаю. Вот. Ну, пусть денег даст. Я подумала, перед свадьбой надо взять денег с мужика, потому что после свадьбы точно не будет. А чё все смеются? Я не понимаю. Не хотела бы быть брюнеткой. Да я кем только не хотела быть. И Моникой Белуччи я хотела быть. Ну, блядь, не получилось. Я стала Машей к окну. Понимаете? Маша, ты счастливая. Да счастье, оно внутри. Мы все время зачем-то стремимся, что-то хотим. И упускаем в жизни главное. Это жизнь. Поэтому нужно всегда говорить, что ты счастлива. А что все смеются? Я серьезные вещи говорю. Я тебя очень сильно полюбила. Ну вот, ангел полюбил меня. Сам ангел. 18.98. Все, не зря я здесь сижу с вами. 20-й год. Жопу просиживаю. Угарная. Конечно. Кем брат работает? Да кем? Вы спрашиваете про меня. Какой надо пить алкоголь? Да тут дело не в алкоголе, а в привычке. Если организм приучен, то... Ты тут уже как бы что не пей, организм будет до последнего сопротивляться. А если ты пьешь, сука, раз в год, то с глотка упадешь под стол. Израиль, привет. Ты веришь в гадания? Да вы знаете, в моей ситуации во что только не поверишь, блядь. Уже все. Все, сука, телефон сел. Все. Телефон сел. Я хрюкаю, потому что я рада. Вы должны меня принимать. Я на мне тренируйтесь. Не на мужа, а на мне. Так, все, дети, я выключаю. У меня это. Я пойду в сторис отвечать вам. Все.